Mario! Здесь полно стражников. Ah!
Меня не должны узнать. Накину капюшон. Лети, Сюнин. Thank you.
победи. Стреляй в эту сволочь! Заперли с той стороны.
Нужно быть осторожнее. Только дай повод. Тебе конец. Неинтересно. Помогите кто-нибудь! Кажется, он убежал куда-то на север! Встревоженного барана. Если я ничего не сделаю, его разорвут на части. Thank you.
Это ты, Фентон? Тебя зовет хозяин. Может, он придет, если посвистеть? Действует. Баран идет на мой свист. Не отставай. Хорошо, что я проходил мимо. Я тоже не люблю волков. Давай, отведу тебя домой. Вот ты где, Фентон! Это был твой последний побег, ходячая ты отбив... Стой смирно, мерзавец! Я столько трудился, а ты его просто убил? Я-то не могу себе позволить забить барана на обед. Но так приказал Элдермен. Я должен подчиниться. Хотя, сказать по правде, я давненько хотел зарезать эту тварь. Фентон был той еще занозой в заднице. Ты мне очень помог, незнакомец. Возьми вот кусок мяса. Элдермен не заметит. Что ж, поем барашка на ужин. Прощай. Рад встрече. Сведения? Тебе у меня разум. Да, ладно. Смотри, я отмечу на твоей карте одно местечко. Согласиться, ты сразу за свое. Утопите ее в реке. Твоя мать сбежала в Суонидж с дядей Эквилом. Да нет у меня такого дяди. Спасибо тебе. Эй, незнакомец, помоги его образумить, а? Это твоя дочь? Зачем ты ее связал? Чтобы она не сбежала. Ох уж эти глупые чужеземцы! Отец думает, что злобное чудище Афлунг ужасная причина наводнений. И хочет принести меня в жертву. Не думаю, а знаю. Готфри видел его однажды.
Ты бросишь дочь в озеро в надежде, что чудище примет это подношение? Да она просто утонет. Ты меня просто идиотом хочешь выставить. Глянь, вон же он, у самой поверхности. Ты не видишь его жутких плавников? Лучше беги отсюда. Твой отец безумен. Спасибо. Но пока я не докажу, что это чудище лишь коряга, меня все равно утопят. Луган! Чудище, говорят. Да, что-то здесь нечисто. Это его чудище. Надо доказать, что это лишь корабль. Захвачу что-нибудь. Это убедит их не приносить девушку в жертву Афланку. Ну что? Это просто коряга? Ваше чудище, обломки корабля. Что? Но ведь любой дурак, кто сплавал бы туда, это понял. Это не про тебя. Я говорил! Говорил, что там ничего нет, но он не слушал. Заткнись, болван. Он говорил, что ты его постоянно пилишь. Ругаешь, что он пьет, ничего не делает. Отец, ты знал? Знал, что там ничего нет? Ты просто... хотел от меня избавиться? Ты такая же, как твоя мать. Все вам с ней не так. Мне надоело это слушать. Такие козни из-за такого пустяка. Тебе нет прощения. Ты хотел меня убить. Я могу отомстить. Скажи, как его наказать, я все сделаю. Спасибо. Отец, прочь из моего дома и моей жизни. Из-за тебя я стала сиротой. И еще вернешься, заплатишь за свои преступления. Идем, Гризельда. Я буду тебя защищать. Прощай, Гризельда. Живи, не боясь отца.
вперед, волки! Резьте их и забирайте! Побьемся! Помоги мне, скорей! Эй, подойди-ка сюда! Сюда, на помощь! Считай, что ты тут.
Тебя ждет смерть! Помоги мне, скорей! Подойди-ка сюда! Происходит!
Мне тут нужна помощь! Сильная тут стража. Yeah.
Ну, давай же. Попробуй ты. Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. Аномалия номер 7, если не ошибаюсь. Ага, осталось немного. Всего 10. 10. Ладно, я справлюсь. А Анимус дает за это ачивки? Прости, что дает? Проехали. Thank you.
Скажи, что ты жива. Я жива? Если это жизнь. Один разум без тела. Что ты чувствуешь? Я чувствую, что я есть. Не больше и не меньше. Ни радости, ни боли, ни бега времени. И все же ты со мной, а я с тобой. Вместе мы это выдержим. Классно у тебя выходит, Лейла. Я инженер. Это элементарные загадки. Но нагрузки на тело и мозг – это нелегко. О, да. Никогда еще не плавала через уравнения по гидродинамике, чтобы решить их. Есть. Приготовься.